какой беспредел творится у вас? Ну, снимайте, Олег, надо, не снимайте, пожалуйста. Так, а, ну а как он общается? Как здесь снимать? Это же... Вы определитесь, как мы общаемся? Наш защитник. А вы нормально? Слышишь, если ты хочешь вот так постоять, это я с удовольствием набью ебало в ринге. Кому? Понял? Ну, там мы со мной стоять. Ну, пойдем, встанем, постоим. Понял? А зачем ты сейчас вот... Зачем ты сейчас меня провоцируешь? Ты встал и говоришь... Ты будешь задерживать за то, что ты вот сейчас... А ты можешь оскорбление в мою сторону. А что я сказал? А какое оскорбление сказал? Ты мне предложил один на один камеру. Ты мне предложил один на один подраться. Я свидетель. Был такой разговор. Был такой разговор. Ты начал сразу с мурки. Согласен. Какие мурки? Ну и что? Я вообще отменил так. Ну и что? Есть какие-то правила? Мы не дети, прищите меня. Мы вообще ситуация реальная есть у твоих полицейских. Я тебе сказал, давай посмотрим видео. Подожди. Давай. Я тебе сказал, а я давай сказал, смотрим видео. Право, я изменюсь. Я сказал? Да. Давай сделаем. Все, пошло? Пойдем. Давай пошло. Ну если, сделаем. Я тебе сказал, если ты хочешь перейти на какие-то другие варианты общения. Могу по-любому общаться. Не здесь, не в этом кабинете, не в этой форме. Могу по-любому общаться. По-любому вообще, как угодно. Ты мне предложи, давай, ну мне интересно тоже, на виду балла, там что-то нам нужно было чисто. Еще раз, зачем эти ситуации? Ну, не делай, пожалуйста, вот так. Ну, не делай так. Понял? Я буду делать так. А как нам бороться? Мы, ребята, которые вы должны нас защищать, а вы нас вините во всем. Законном порядке. Мы пришли в законном порядке. А как вы пришли? Мы зашли в законном порядке. Мы не делаем. Все, разбираться. Я его заберу. Я тебе сказал, прямо сейчас, я даже все брошу, заставлю привести мне видео. Мы посмотрим, как твой, скорее всего, сотрудник отказывается от прохождения освидетельствования. Смотри, как он был, можешь сделать, как он был?